Ура! Свобода! Куда идем мы с рюкзачком? Небольшой-небольшой секрет. Стартовая площадка. Олимпийский парк Сочи. А дальше узнаете, куда путь держать. Сегодня у меня снова отдушина посмотреть, полюбоваться вот этими красотами. Приехала в Имеретинский курорт. Сейчас пойду к морю наслаждаться. Морем еще утро, еще пасмурно. Но вот Олимпийский парк. Вот, проезжая горы, видны были кавказские. Все знакомые мне местечки. Вот там вот Сочи парк. Сочи парк и вот его отель «Богатырь» виден впереди. Вот. Здесь такие места знаменитые. Я посещаю их где-то с 2017 года. Такой красивый здесь тоже, уютный, все есть. Вот железнодорожный вокзал, вот здесь, где фонтанчики. Я, наверное, сейчас поднимусь немножечко к нему и покажу. Вот такой фонтан сделали. Кольца здесь. Красота. Ляпота невероятная. Несмотря на то, что небо такое, ну, все равно нормальненько. Прохладненько слегка. Не знаю, сколько, не глянула, сколько градусов сегодня. Вот. Там вот храм впереди. А здесь вот это подсвечивается. Даже сейчас видно немножечко. Вечером такая красота. Тоже здесь гуляла вечером. Я же год не была здесь, в этих местах. Но сюда всегда будет тянуть. Всегда. Это я сейчас так, можно сказать, прилетом в Адлер прилетевши, поеду дальше. В республику, в которой я не была, Краснодарского края. А там еще может быть что-то. Началось мое новое путешествие. Ой, как приятно здесь слушать шум водички. Вот. Вот такой каскад там повыше. Здорово устроено, да? Скажите. Тут у меня есть друзья-подружки, с которыми мы летели. И уже знакомы им тоже эти места в самолете. Это в каком году? В 2020, да. В Одноклассниках. Наверняка скучают. Наверняка скучают тоже по этим местам, потому что, ну как это может не нравиться? Здесь столько красоты. Еще морюшку я вам покажу. Я сейчас на море пойду. С морем поздороваюсь. Полюбуюсь им. Подышу им. У меня до вечера время есть. Ну, почти до вечера. До 16 с чем-то там. Вот. Вот такой вот тоже переход здесь сделали. Большой. Ой, хочу приспособить свой рюкзачок на плечи и подняться еще немножко. И еще немножко подняться, 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 чтобы показать вот этот каскад. Вот такая красота. Прямо сверху хочу вам его показать. Я вечером. Здесь обалденно красиво. Здесь все освещается. Вот если отсюда будет видно. Вот Сочи. Нет, здесь закрывают эти. Да, немножко видно вот там за зданием. Вот Сочи парк отель, в котором я все те годы останавливалась. И в прошлом году мне удалось здесь побывать 2 раза весной и осенью. Вот такая красота. Вы видите? Вот. Олимпийские колечки. Но шум воды это так благотворно действует, сказывается и на настроении, и на всем. Готовься, свобода! Люди
новые путешествия. Лучший для меня подарок в любой праздник, не праздник, это путешествие. Жизнь надо жить каждый день. Вот. Наверху. Вот так вот. Сколько здесь олимпийских построек. Это вообще много-много-много. Вот такой железнодорожный вокзал. И на Роза Хутор отсюда можно уехать. До Сочи, до самого центрального. Я с Адлера сюда подкатила, потому что пойду сейчас на морюшко и на набережную, вот Имеретинскую, красивую, и любоваться природой. Здорово, снега нету. Пока спокойно, ничего не это. Не веет, не дует, не метет. Классно. Вам здоровья. С наступающим Новым годом. Мира, дай Бог всем. И благополучия.